Всем приятного просмотра, всех приветствую, и давайте смотреть, что у нас новенького. Повыполнял я некоторые квесты, открыл себе 19 уровень, а это позволяет у нас открыть у торговца полностью все, что мы можем, а то есть максимально финальный уровень. Ну, кроме 20-го, это бочка, это расходники. Вот у нас появились с вами семена, где тут картофеля. Плюс мебель открылась полностью у нас вся, нужно будет ее закупить. И плюс мы получили с вами новый квест. Я думаю, давайте сначала мы скупимся с вами, посмотрим, что у нас тут есть новенького. Так, самогонный аппарат за 1000, да, потом берем с вами профессиональную плитку. Где ты? Вот, двухкомфорочная. И вроде все. Потом по расходникам. Что у нас появился? У нас появился меч. Берем его, да? Берем с вами мушкет. И берем. На мушкет потрошки нам нужны. Где они у нас находятся? Семена, арбалет, картофель, виноград, кукуруза. Ага, вот патроны. Вот так делаем. Потом что мы с вами... Давай, наверное, арбалет мы... Продать. Это нам уже не нужно. Заходим и смотрим сюда. Потом меч тоже с вами поставим в свободный слот. Пока мы давайте поставим с вами печку профессиональную. Думаю, куда-то вот сюда она у вас встанет, да? Если вы будете ее сюда ставить, то сюда она у вас встанет. Как раз и у меня тоже она... Хорошо поместилось. Так, что еще? Самогонный аппарат. Где ты будешь стоять? А ты будешь стоять у нас вот тут. Так. Шикарно. Давай смотреть. Бочка виски. Ячменная брага. Так, пока месяц это нам все с вами не нужно. Берем меч сюда. Потрошки вниз. Так, кружка у нас свободная. Кружка. Давай, наверное, нальем вот так. Выставим вот сюда. Так, прикольненько. И мушкет. Где наш мушкет? Блин, хочу уже его испробовать. Так, давайте уберем нашу паутинку. Я не знаю, наверное, это будет с вами финальная серия, пока у меня 10-я. Так как вы видите, помощников у меня нету. Я все еще... Это все сам делаю, у меня пока есть один столик, больше ставить я жарю. Не вижу смысла в этом. Так что, наверное, сейчас посмотрим, что там будет за квест, и запишем финальную серию. Ну а там, если игра зайдет, и вы захотите, что Арчи, давай еще, то побегаем еще, позаписываем. Так что, приветствую, путник, да. Друзья мои, жители лесны, сообщаю, что в лесу дым какой-то появился. Будет не очень удобно, если весь лес горит. Пожарных вызвали, но они давеча в твоей таверне так не пили, что ехать не могут. Так что тебе разбираться, похоже. Найди источник дыма. Источник дыма у нас в лесу, да? А лес у нас где находится? Ага, лес в эту сторону, хорошо. Тогда берем с вами леечку, набираем водичку в нее. Так, набираем водичку. Во, да, и кстати, сейчас мы сходим в лес, посмотрим. У нас появились, кроме кур, резочек, да, кроме кур появились свинки. Давай посмотрим, мы их просто покупаем. Либо мы можем их выращивать. Где наши свинки? Вот, домашняя свинья. Может быть выпущена в загон. Давайте две штучки купим. И посмотрим, будут ли они в этом загоне вместе с курями себя чувствовать спокойно, либо нет. Так, давай сюда. Раз и два. Ага, а где вторая свинка? А, вот вторая свинка. Как раз заодно посмотрим, уживутся ли они вместе с курями. Эти
эти свинки, будут ли они размножаться, потому что у нас появилась такая штука, как ребрышки свиные. Так, ладно, вы пока меня здесь занимаете своими делами. Да, яиц, конечно, у меня здесь куча. Нужно будет пособирать потом и продать их. Так, мне нужно найти источник пожара, да? А лес у нас находится вот в этой стороне. Так что давайте сбегаем. Возможно, нужно будет с оленем поговорить. Да, кстати, открылись же новые рецепты яблочного сока, морковного сока. Так что меню я себе добавил. Нужно будет яблочки, значит, собирать. Приветствую. Спасибо за все. Хорошо, значит, они то. Давайте соберем с вами яблочки. Как раз предлагаю проверить наш мушкет на кабанчике. Так, а ну, иди сюда. Прикольно. И нужно будет меч проверить, да? Угу. Ну, что-то типа, не знаю, нужен ли нам меч, либо не нужен. Возможно, будем с мушкетом просто бегать. Так, яблочки собрать. Потом пригодятся. Да и грибочки тоже, так как у нас появилась жареная картоха, а то есть семена жареной картохи у нас появились. То есть, ну не семена, а именно жареной картохи, а просто семена картохи. Сможем с вами выращивать. А давай попробуем с тобой с мечом. Давай. Ага, понял. Меч бесполезный здесь, да? Все, до побачення. Ясненько. Будем использовать мушкет. Будем продавать куриные яйца. И закупать себе мушкеты. Потому что меч мне вообще не нравится. Смогу ли с помощью меча... Ага, могу. Так. Лечебное зелье, хорошо. А где твой тут друг был? Где твой тут друг был? Вот. Хедшот. Все, шикарно. Маленькое зелье. Так, ну мы в лесу-то находимся. А я таки извиняюсь, где у нас очаг возгорания? Ага, вот он. Так и знал, что это будет новое с вами наше здание, да? Так, погри, здравствуй, дед. Какой у тебя дед? Мне всего 69. А выглядишь на все 100. Восприму это как комплимент. Как вкусно пахнет, шашлык дома готовишь? Нет, поставил мясо варить. А пахнет как будто жарить. И что-то дыма многовато. Какой дым? О нет, мой дом горит. Вот это что значит полная прожарка. Но похоже сегодня ты останешься совсем без мяса. К черту мясо, там все мои вещи. Если это так важно, на твоем месте я бы попробовал потушить огонь. Но как? У меня не в чем таскать воду. Чего же ты стоишь? Помоги. Чем я буду тушить огонь? Лейкой, что ли? Да, использую лейку. Ладно, попробую. Только не удивляйся, если после этого у тебя в доме вырастет какая-нибудь картошка. Так. Давай тушить. Да, не зря я набрал полную лейку, но все равно нам нужно будет сбегать еще домой, да? Потому что не хватает. Вот. Да, нужно еще водички набрать. А хотя, погоди, у тебя же тут колодец был где-то, если я не ошибаюсь, да? Вот он наш колодец. Так, надеюсь, ты мне что-то дашь хорошее за это. Все, отлично. Давай расчистим. Все, я справился. Пожар потушен, лейка отлично себя проявила. Спасибо огромное, а ты добрейший души человек.
А разве кто-то сомневался? Покажи мне этого человека, и я заставлю его передумать. А может, ты и дом поможешь восстановить старцу? Я не куплюсь на это. Я могу заплатить тебе. А вот на это я, пожалуй, куплюсь. Сначала нужно чистить от грязи и избавиться от хлама. Хорошо, займусь. Так, очистить копоть. Ясненько. Значит, это не наш дом будет, ребят. Ну, ладно, поможем. Денежки лишними не будут. Тем более ружье стоит под двушку, по-моему, если не ошибаюсь, наш огнестрел. А этот мяч я, наверное, продам. Реально бесполезная штука. Хотя, возможно, использовать как расчищать себе дорогу. Потому что топором три раза надо, а мечом надо всего лишь один раз ударить. Посмотрим. Так, есть, хорошо. Да прибудет с тобой сила. Погоди, а, они все еще, да? Ой, сори. Не то хотел. Да, теперь как новенький дом. Хорошая работа, но что-то в доме пустовато. Из-за пожара вся мебель превратилась в сломанные ящики. И пришлось от них избавиться. Да, я слышал, так бывает. Но теперь мне нужна новая мебель. Тут недалеко есть продавец, у него есть все. Надо к нему заглянуть. Мне очень нужна молодая невеста, лучше несколько. А еще бы хотел суперспособность летать, например. А еще... Разочаруйте, но у тебя есть все, что нужно для дома, а не для тебя. Эх, все настроение испортил. Никуда я не пойду. Сходи к продавцу, ты... Деньги я тебе на мебель дам. А сдачу оставь себе. По рукам. Так, поставить круглый стол. Хорошо, побежали. А по поводу летать у меня есть зелье перышко, помните? Давайте, наверное, зайдем домой. Заберем его. Потому что если он его захочет, чтобы не бегать туда-сюда. Не зря я его не тратил. Так, поставь двухкопорочную плиту, поставь круглый стол. Хорошо. Так, здорово. Давай. Мебель. Двухкомфорочная плита. Круглый стол. Есть, отлично. И давай зайдем, заберем с вами зелье. Не. Это нам пока мест не нужно. Пока заметил, уберем. Да, и где-то у нас зелье есть, это пирожка. Ага, зелье, пирожка. Вот, давайте одну штучку с вами заберем. Как раз выложим яблочки с вами для нашего сока будущего. Так, грибочек тоже пока есть сюда. И мясо сюда. Идемте продадим меч. Так, меч мне не пригодится. Вот, все. Пошлите обратно. Так, а грибочки мне нужны. Что-что? Грибочки нужны. Потому что есть жареная курица с грибами, картошка с грибами. И плюс свинина тоже у нас с грибами используется. Нужно будет готовить. Так, отлично. Блин, ну для этого нужно будет, не знаю, печки 3-4 ставить. Чтобы мы могли с вами все вместе сразу готовить и... потом продавать. Да плюс нужно будет за кабанами поохотиться. Есть у нас свиные, эти как его, ребрышки, которые мы с вами выращиваем. Так, давай заходи. Да, привет, дед, привет. Есть и круглый стол. Все, шикарно, справились.
Так, мебель на бесе. Теперь здесь как в 5-звездочном отеле из 10. Да, дом выглядит отлично. Теперь здесь снова можно жить. Это повод праздновать. Тут таверна есть недалеко. Вкусно и недорого. Очень популярно. Гости толпами ходят. Я не люблю скопление людей. Ну, таверна популярна, но не то чтобы толпы. Спасибо за предложение, лучше отпраздную дома один. Как знаешь, а вот припасы мне бы восполнить не помешало, можешь принести? Деньги я дам. Хорошо, скоро вернусь. Так, картошка 20, свинина свежая 10, яйцо куриное 10. Мне интересно, кто ты в башне сидишь? И не нужно ли мне будет использовать перышко, чтобы туда лететь? Так, хорошо, яйцо куриное у нас есть, свинина свежая 10. Сейчас посмотрим. Картошка 20, вот картошку нужно будет выращивать. Вот чего-чего, картохи у меня нету. Нужно будет вырастить сейчас с вами. Ну, с помощью лейки, я думаю, немножечко быстрее этот процесс пойдет. Здорово, кабанчик. Идемте тогда закупим сейчас семена картохи. Соберем как раз виноград с вами. И свинина. Вот свинина, не знаю. Так, домашняя свинина, расходники. Семена картофеля, да? Давайте две штучки купим. И давай пойдем посмотрим на свинку. И каким образом мне ее нужно будет разобрать. Что, ты нямаешь? Домашняя свинина. Свинина свежая. Либо мы можем с вами просто использовать этот. Как его? Вот это вот мясо, где оно? Я же сюда его ложил куда-то. Так, кабанятина. Нет, это кабанятина. А мне свинина нужна. Ладно. Так, убираем паутинку. Куриное яйцо 10. Забрать. Перышко оставляем. Идем с вами на огород. Забираем виноград. Быстрее было. Сейчас посадим картоху. С помощью лейки польем это все. И пока если мы будем разбираться со свининой, как ее вообще сделать, я думаю, оно и вырастет. Заодно посмотрим отличие между политой и неполитой. Так. Давай сажаем. Все есть, отлично. Ну да, отличие есть. Оно быстрее идет. Да, давай польем. Единственное, что я не могу понять, как мне сделать свежую свинину. Вот это вот. Может, нужно как-то куда-то ее положить будет. Так, виноградный сок. Приготовить. Виноград вот сюда. Идемте смотреть на свинок. Заодно сейчас яички пособираем, да?
Сейчас нужно поднять яички наши, продать. Как раз заработаем кучу денежек. Они нам пригодятся в дальнейшем, я думаю. Или бы просто купить ему двух свинок, как думаете? Мы ж можем купить свинку, да? Две штуки. Картоху-то купить не можем, а вот свинку купить можем. Давайте попробуем. Сейчас купим ему двух свиней. Если прокатит, будет хорошо. Если нет, просто в загон выпустим. Так, отойди, пожалуйста. Так, яблочко не кушать не хотят, хорошо. Так, а ну, подвинулись. Давай, двигаемся. Ага, у нас места больше нету. Хорошо. Сейчас купим двух свинок с вами, продадим яйца. Главное 10 штучек оставить потом, чтобы ему отнести. Есть, отлично. Продукты, может быть, в общем, в загон. Так, давай смотреть. И нужно что-то будет с ними придумать. Как ее сделать? Не, ну не нагрилишь. Так, назад. Жареный картофель с грибами, жареные свиные ребрышки, жареный свиной стейк, свинина. Угу, свинина. 5 штук. А где мне тебя, я таки извиняюсь, разделывать? А если мы выше проверим? Ага. Свинина, ребрышки, вот она чё, понял. Хорошо. Хорошо. Все, прости, зайчик, но у меня задание 5-6 ребрышек. Свиные ребра. Так, назад. Жареные свиные ребра и лазурный гриб, да? 5 штучек, угу, понятненько. Пока мы ничего готовить не будем. А где? У нас вроде здесь мясо лежит, да, вот. Мясо, рыба. Где-то яблочки у нас тут лежат, по-моему, здесь, да? Угу, нужно будет, наверное, эти яблочки перенести вот сюда. Поставить сюда огромный сундук и разделить виноград, морковку там все. Все такие вот дела. Так, что нам нужно? Нам нужно картоху собрать с вами. Да, есть. И заодно еще посадить. Заодно еще посадить нужно будет. Поливать не будем сейчас, в этом нет никакого смысла. Нам это пока мясо не нужно, чтобы оно быстро росло. Да, короче, я расстроился по поводу этой игры из-за того, что у нас нету с вами помощников. Ну то, что мне приходится либо заниматься своим заведением, либо выполнять такие квесты. Ну... квесты реально мне интереснее выполнять. Хорошо, отлично. Давай семена сюда, картоху сюда. Ну? Понял. Так, картошки 20. У нас, по-моему, даже лишняя, да? Должна остаться. Картошка, да. 10 штучек лишней. Все, есть. Идемте соберем еще яичек. Соберем яичек. Продадим заодно. Ой. Верните куру. Хорошо, не хотите яблочко кушать? Я, знаешь, заберу его.
Лучше сок с него сделаем. Или свинкам нужен другой загон? Как думаете? Или им просто здесь тесно? Ладно, посмотрим через пару дней, будет ли у нас 2-3 свинки, либо не будет. Все, все собрали. Давай, а ну. Му-му-му-му-му-му-му. Так, побежали. Не забыть оставить 10 штучек. По заданию. Так. Шикарно, 7000 расходники. А что у нас по поводу потрошков? Вроде еще есть. Ладно. Побежали. Побежали выполнять квест. Так, вроде бы сюда, если я не ошибаюсь, да? Тут где-то домик был, должен быть, да, вот он. Вроде бы он, да. Так что вы, бедолаги? Заказ ждете, да? Хорошо. Ну, ждите. Что ты, Гэндальф, заждался меня? Так, да прибудет с тобой сила. Ну, яйцо куриное, мясо. А, свинина свежая, 10. А что ж вы молчите, ребят? Надо было кричать в монитор. Арчи, у тебя всего лишь 5 свинины. Ладно, придется еще 2 свинок купить. Я думаю, что такое, почему у меня не срабатывает. А я всего лишь 5 штучек принес. Ну, ничего страшного, сейчас по-быстрому все сделаем. Как раз ребрышки положим в сундук. А с мясом к нему пойдем. Так, здорово. Дай мне 2 свинок, пожалуйста. Дайте мне сесть поудобнее немножечко. Вот так вот. Пошли. Угу. Сейчас мы уберем с вами пыль. Все, шикарно. Давай. Выпускаем хрюшу. Так, понабрать. Есть. Выпускаем еще хрюшу. Стой, 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 зайчик, стой. Все, 10. И плюс 12 ребрышек у нас, да, с вами появилось. Шикарно, что могу сказать. Просто шикарно. Все, пошлите. Только давай грибочек уберем. О, все-все. Надеюсь, оно сейчас нас отблагодарит хотя бы 1000-2, да, с денежки. Так как мы потратили ему на свинину много. Считай, 3 штуки, да, вышло у нас. Давай, побежали. Так, взять. Блин, жалко, здесь нельзя вот так подобрал грибочек, сделал себе грядку и выращиваешь там возле дома. Нет, тут это надо бегать вечно. Собрать. Все, держи. Вот. Все самое свежее. Спасибо, этого хватит надолго. Теперь я могу вернуться к прежней спокойной жизни. Будешь жарить мясо, зови. Покажу, как это делается. Хорошо, спасибо тебе за помощь. Изумрудный гриб. Это что такое? А, это у меня изумрудный гриб. То есть ты мне ничего не дал, да? Ты мне просто... Да прибудет с тобой сила.
Ля, а давайте выпьем перышко, посмотрим. Посмотрим, кто у нас там находится. Здорово. Ты кто? Падла. Здорово. Здравствуй. Ты на Рапунцель не очень сильно похож. Наверное, мы дальше будем, да, с тобой взаимодействовать. И я, наверное, зря потратил это перышко. Я могу тебя... Нет, не могу. Ладно. Побежали, поговорим с торговцем. Да, но одно зелье мы с вами потратили, одно еще есть. Возможно, нам реально придется с ним потом таким образом взаимодействовать. Хотя, возможно, и нет. Уи. Так. Яблочко. Шикарно, побежали. Кстати, пока не забыл, нужно будет купить себе сундук большой. Так, здорово, торговец. Мебель, мебель, мебель. Большой сундук, хорошо. Нужно будет сделать вот так с вами. Взять все, это мы убираем. И ставим сюда большой сундук. Все, шикарно. Теперь сюда будет виноград у нас, яблочки и морковка помещаться. Так, яблочки, яблочки, хорошо. Грибочек сюда, грибочек сюда и грибочек сюда. Так, идем продадим ему сундук старый, маленький. Как раз поговорим. Да-да-да, привет. Давай, говори. Так. Светопредставление на болотах. А ты думал, на болотах делать нечего? Нет. Все продумали высшие силы. Сходи туда, проверь. Так, найти фею, да? Поговорить с торговцем, найти фею. Ну, наконец-то ты здесь. Где ты пропадаешь? На нем, блядь, вот ты. Опять 25. Я так понимаю, надежда вся на меня, как обычно. Есть пророчество, что когда небо нальется кровью, то из пещер полезет полчища адских существ, чтобы оскорнить и опустошить наш край. Перспектива не радужная. I need to build new fence, give the chickens a massage, race the boars. Так, проще говорится, что победить зло сможет тот, кто... Так, давай без недооценки. Ага. Без недооценки, хорошо, квесты. Найти на болотах фею, уничтожить в пещере зло. Так вот, пещера находится недалеко от источника реки, впадающая в озеро. На болотах что-то происходит. Ладно, идемте на болото. На болото вон туда сходим, а потом в пещеру. Попробуем выполнить сейчас эти два квеста с вами. Му-му-му. А свинки наш не хотят, да, ничего делать? Может, им реально места мало? Давай попробуем забрать одну куру. Вот так вот. Угу. Сделать вот так вот. Все, возможно, у них места будет теперь больше. Сейчас продадим куру и сбегаем на болото. В любом случае нужно будет квест выполнять, да? Продать, продать, продать. А, пещера наша где находится? Озеро. Озеро у нас. Озеро вон там. Хорошо. Давай тогда сначала на озеро. Наверное, будет быстрее выполнить этот квест, чтобы в пещере убить монстров. Из-за того, что по-любому с феей нужно будет принести то, подай это. Принеси мне зелье.
Так, в пещеру. Пещеру. Вход у нас. Где-то здесь, да, наверное? Или где вход в пещеру? Непонятно. Так, впадающее в озеро. Вход в пещеру находится недалеко от источника реки, впадающее в озеро. Ну, значит, где-то вот тут. Думаю, с помощью... Мед заберем. Думаю, с помощью нашего с вами мушкета мы справимся. Зелье скорости. Та ты шо. Блин, напомните мне попробовать это зелье скорости отправить в это, как его, в ту штуку, где мы варим горошочек этот. Возможно, мы получим секрет этого зелья, сможем его тоже варить. Так, где тут пещера? Только не решил в водопаде. Ну, я надеюсь, что она тут. Так, свиток с рецептом. Крабовый салат, ага. Не? Не то. Где же тогда пещера? Давай искать. Но она здесь должна быть. По идее. Так, да, яблочко. Ну реально, она здесь должна быть, эта пещера. Или не? Так, вход в пещеру находится недалеко от источника... А, истока реки, впадающая в озеро. Исток реки, ну... Оно впадает в озеро вон туда. Там у нас водопад. А где вход в пещеру? Ладно, пойдем по воде. Посмотрим. Не сюда. Опять же, разработчики, добавьте, пожалуйста, мини-карту, добавьте маркеры, добавьте, чтобы я мог все нажать на квест, три раза нажать на него, вот. Отслеживать. Нет, вот в пещерах отслеживать. Где она? Ну, я нажал отслеживать, и где оно находится. Ничтожить зло в пещере. Где наша пещера? Ну все, нету. Либо я чего-то не понимаю. Все, я не могу дальше туда идти. Дальше меня туда не пускает. Хорошо. Конечно, плохо, но ладно. Так, давай смотреть. Давай смотреть. Ага. А вот и вход в пещеру, да? Шикарно, нашли. Интересно, какое тут зло сейчас будет нас с вами поджидать.
есть. Отлично, отлично. Все, берем в руки мушкет, да? Первый уровень. То есть я не могу пройти, да? Ладно, давай сделаем так. Ля, ты кто? Возможно, мечом это можно будет сделать. Но в любом случае мы же будем, да, тут собирать с вами что-то. Золото, бриллианты. Так, мы открыли что-то с вами. Бочка с добычей. Картина мне нужна. Дома повесим. Хорошо, по-моему, мы открыли, да, с вами проход? Дернув за рычаг, да, открыли, шикарно. Здорово. Как ты? Еб твою. Какой ты здоровый. Ты меня аж подлагиваешь. Реально, глаз гуля. Гуля-гуля. Гуля-гуля, ну гуля-гуля у нас тут. Эти, как его, голуби называют. Гуля-гуля. Так, отлично. Я не уверен, что нам факела хватит. Ага, открыть второй уровень. И что это нам дает с вами? Гуля-гуля. Так, это крышка, кружка, топорик заберу. Точильный камень. Перетащить его на инструмент для ремонта. Да ты шо? Я, то есть, топорик, да, могу с этой учинить. Ага, а факела? Прикинь? А почему... Я не могу создавать такой точильный камень. Было бы прикольно. Хочу, игра, хочу такую штуку. Так, нам вниз, да, наверное? Я так понял, нам вниз. Так, что это? Что за звуки? Бабайка, ты тут? Ёб твою! Дай пройти. Ёб твою, я не попадаю нихера. Сейчас занимаем. Так. Дай попасть. Во. Отлично. Возможно, мне здесь бы меч бы, да, наверное, пригодился. Ну, если бы, говорится, Арчи знал, что все так будет. Взял бы с собой меч. Гуля-гуля. Так. Хорошо. Как там было, помните, испугался, если честно, испугался. Так, ячмень, не, ячмень нам не нужен. Грибочки разные, интересные. Так, пятый уровень. Стрела мне не нужна, а здесь третий уровень, да? Угу. Здесь у нас пятый. Ладно, идем искать. Ага. Так. Бочка с добычей.
Зелье скорости. Хорошо, мы будем как флэш с вами. Мне нужно найти третий уровень, да, рычага? Угу. Прыгнул, проверяй. Так, подпалить. Здесь мы открывали. По-моему, наверх, да? Нет, наверх на выход. Погоди, где тут пятый уровень у нас? Так, это у нас не то. Ага, если я сейчас сюда спрыгну. Если я сейчас сюда спрыгну, я ж не подымусь, да? Или подымусь? Не, подымусь. Только почему музыка поменялась? Почему музыка поменялась? Погоди, погоди, не пугай меня так. Все хорошо. Все хорошо. Я надеюсь. Воин. Что такое воин? Что с вами подняли? Какую-то штуку мы подняли, да? Ладно. Так, патрошки мне нужны. Мы с вами какого-то воина подняли. Блин, ну дай мне топор, пожалуйста, такой вот. Игра. Будь человеком, дай топор. Так, третий уровень, ага. Третий уровень, обыскать. Забираю все. Кроме, наверное, семена кукурузы мне надо. Мотыга нужна. Помои, по-любому. По-любому забираем, ребята. Могу ж перепрыгнуть, правильно? Могу. Интересно, долго нам это зло с вами убивать? Или нет? Ячмень. Такое нам не надо. Так. Чего? Загадки. Ёб твою. Здорово. Ага. Понял. Ёб твою. Ё-моё. Ау. А кто мне скажет, почему меня не предупредили, что у нас будут вот такие вот тут пироги? Опа. Ёб твою. Угу. Ёбушки, воробушки. Ребята, я не рассчитывал, что у нас будет вот так вот все весело. Честно. Честно, не рассчитывал. Знал бы прикуп, как говорится, не пошел бы сюда. Без зелья. Так, надо сначала с большим боссом разбираться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, шикарно. Шикарно. Главное, чтобы мне патронов хватило. Пойди, дверь закрой. Может, зелье скорости использовать, как думаете?
А, то есть ты лечишься, да, падла? То есть ты, падла, лечишься. Есть. Мы справились. Давай что-то занямаем. Давай мед занямаем. Не кукурузку. Так, лык. А у тебя ничего не могу забрать, не? Глаза. Глазик, глазик. Так, ребят, вилка и глаз. Либо с гулей раз выбирайте. А почему я тебя не могу залутать? Ёб твою. Ты тоже плохой? Поднять. А я не могу поднять, у меня... Есть. Смотри, воин, сектант. Да ты шо? Так, Макс. Александр. Это типа те, кто сюда прошли и победили, да? Правильно понимаю? Где тут мое Арчи Мут? О, шикарно. Пойдем посмотрим, что это у нас тут такое. Божечки, как вы задолбали. Как вы задолбали. Так. Ты кто? Ага, ля. Блин, предлагаю его сюда поставить. Как вам? Как вам такая идейка, да? А? Скажи. Вообще. А тебя вот сюда. Вот так вот. Ага, погоди. Что-то ты меня в другую сторону смотришь. Во. А вообще было бы, знаете, как шикарно его тут за барной стойкой его поставить. А ты встанешь у нас на задний... На барную стойку сюда. Да. А? Как вам идейка? Новый бармен. Прикольненько. Так, а ты кто у нас на уличке? Сможешь встать? Да. Возможно, его сюда? На выход нужно. Как думаете? Во. Они украдут ли его случайно у меня? Так, люди заходят, а здесь у меня бармен такой. Так, давай на уличку. Падлы, ну попробуйте только украсть у меня его. Не знаю, кто его будет красть, но попробуйте только украсть. Я вас найду. Что-то он чересчур сильно большой, да? Либо нормально. Так. Не, пошли обратно. Да-да, я вот такой. Я пока местнее... Точно не определюсь, куда я хочу его поставить. Меня вот это вот будет мулять. Все, ты идеально вот здесь стоишь. Вот тут я поставлю столик двойной, смотри. Зырь сейчас как будет. Зырь. Да, привет. Мебель. Столик. Бум, пошли. Двойной столик, да? Вот такой вот. И вот так вот ты вот тут у нас будешь находиться. А? Здесь люди пришли такие, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И здесь вот такая вот тука огроменная. Да, пусть будет. Шикарно. Что могу сказать? Шикарно. Так, давай паутинку уберем. Да, кстати, нужно будет картины развесить. Так, спасибо, что напомнили. Нужно картины развесить.
Давай сюда одну. И, наверное, в этот зал, да? Одну, либо нет. Или давай, чтобы было красиво, возле столика вот здесь. Смотри. Раз. Вообще шикарно. Так, тогда... Не, ты тут не свистишь вообще. Вообще. Давай вот так сделаем. Нужно твоего друга будет забрать. Вот этого вот. Иди сюда. Давай ты будешь охранять мою барную стойку. Да? Давай посмотрим, как нам будет выглядеть, во-первых. Не хочу сюда. Хочу куда-то в другое место. Чтобы его сразу видно было. Возможно, сюда куда-то. Да, пусть тут и будет. Все. Я художник, я так вижу. Ну что, шикарно. Шикарно. Ну все, я думаю, в принципе, на этом можно с вами и заканчивать наше прохождение. Ну что, как думаете, стоит дальше продолжать выполнять эти квесты и посмотреть, что у нас дальше может быть с вами интересного, либо нет, либо на этом и заканчиваем, потому что у меня остался квест еще сходить на этот, как его, на болотах фею найти. Так что решайте сами, ребят. Так, это ты к чему? Ну, злой дух поврежден. Вот они радуются, напевая твое имя. Угу. Слава тебе разнится по всему миру. Пусть всех зовут таверну. Хватит мне сражения, я серьезно. Больше не предлагай. Знаешь, я ведь был прав на твой счет. Есть тебе талант. Что ж, мне пора. Дела не ждут. Встретимся в том же месте. В любое время. Так, найти фею. Только мне нужны расходники. Сколько у меня потрошков? 6 штучек осталось. Давай мы тебе продадим. Глаз гуля оставим. Давай, наверное, мотыгу продадим. Ее сюда. Так, что мы еще новую? Щетку. Новую сюда. Топор. Новый сюда. Это мне не надо. Расходники, патроны. Раз, два, три. Все, правильно? Да, раз, два, три. Вот так вот. Сейчас еще нужно будет зайти проверить одну вещь, то, что я вам говорил по поводу рецепта. Вот, зелье скорости. Давай мы попробуем. Ага, то есть мы не можем дать тебя никак, никаким образом. Ну, то есть поняли, да, что я хотел сделать именно, чтобы получить рецепт. А рецепт получить я не могу никакой. Да, ни глаз гуля, ничего, да? Глаз гуля, коготь гончий. Приготовить? Посмотрим, что из этого получится. Или лучше не надо. Ладно, давай готовить. Увеличивает здоровье на 300. Та ты шо? Такая штука же нам нужна, правильно? Нужно. Е-бей-би. Хорошо. Все, отлично, отлично. Давай тогда сделаем отдельный сундучок для зелья какой-то, да? С вами, я думаю. Только какой сундучок? Так, может, этот сундучок у нас с зельями будет? Сейчас мы яблочки эти перенесем сюда. Так что да, ребят, напишите в комментариях, если хотя бы пару человек скажет, продолжай там. Продолжим. Если нет, то уже... Как говорится, сами с усами. Так, дай сюда зелье, сюда, глаз. Блин, нужно реально будет
Накупить сундучков, да, побольше. Хорошо. Мед. Давай съедим, его все равно мало места занимает только. Все, шикарно. Оставим с вами одно зелье с собой, наверное. А два положим, да? Один положить, второй положить. А потом уже, если когда разбираться, разгребать вот этот вот мусор, то потом уже и на место все ложить. Так что все. Всем спасибо за просмотр, за лайкосик, за подписку. Всем пока-пока. И до потом, ребят.